Привет. Здрасте. Давай знакомиться. Как тебя зовут? Юля. Сколько тебе лет? 7. Ты знаешь, зачем мы здесь сегодня собрались? Нет. Нет? Какой праздник скоро? 8 марта. Правильно, 8 марта. Кого нужно поздравлять на 8 марта? Девочек. А еще? Бабушек, мам, сестер. А когда нужно поздравлять маму еще, кроме 8 марта? На день рождения, на Новый год. А папу когда нужно поздравлять? На Новый год, на день рождения. А есть мужской праздник? Да. Когда? 27 мая. 27 мая обязательно пойдешь и поздравишь свою папу, хорошо? Молодец. А как ты поздравляешь свою маму? Я сделала какой-нибудь подарок. Угу. Говорю, с праздником, мам. Желаю тебе здоровья, счастья, радости. А вот ты скажи, какие-нибудь песни знаешь про маму? Или стихотворения какие-нибудь? Нет. Как часто ты говоришь своей маме «я тебя люблю»? Каждый день. Прямо сейчас скажи в камеру тоже. Я люблю маму тебя. Молодец. Ты маме всегда помогаешь? Или только 8 марта? Всегда. Что ты делаешь? Мою посуду убираю, смотрю за младшей сестрой. А кушать готовить помогаешь? Да. Мама вкусно готовит? Да. А у вас в семье кто-нибудь еще готовит? Да. Кто? Папа. А кто вкуснее готовит? Мама или папа? Одинаково. Одинаково вкусно готовит. Хорошо, а у тебя есть секреты от мамы? Нет. А ты нам можешь по секрету сказать сейчас, что твой папа дарит маме? Папа какие-нибудь конфеты покупает, дарит маме. Конфеты? И цветы. И цветы. А как ты думаешь, какой подарок для твоей мамы был бы самым классным? Дом. Дом. Частный большой дом. Да? Вот. Папа, мама хочет дом. Молодец. Кого мама больше любит? Тебя или папу? И папу, и меня. Одинаково? Да. Кто лучше танцует, ты или твоя мама? Мама. Мама лучше танцует? А ты можешь показать, как она танцует? Не знаю. Не знаешь. Мама лучше танцует, но ты не знаешь, как она танцует. Ну. Никогда не видела. Ну, я видела, но я уже забыла. Тогда этим все и объясняется. А мама красивее с косметикой или без? Ну. Одинаково. Одинаково. Хороший ответ. А чем твоя мама занимается? Пока она была... За младшей сестрой смотрела, она сшила ей коврик, а мне что не делает. Что? Но недавно она мне взяла картон и сделала папки для школы. Приятно, да, очень было? Да. А еще что мама тебе делала? Прически. Прически, красивые прически? Да. Твоя мама работает? Да. Где? На фабрике Рахат. Домой приносит вкусности всякие, да, все время? Нет. Почему? Не знаю, я у мамы спрашивала. Она говорит, можно же в магазине купить. Печаль. А как тебя мама называет дома? Солнышко, лапушка, зайчик. И вот одно что-то еще да, осталось, да? Не помнишь, а папу как называет? Не знаю. Просто по имени. Ну хотя бы тигр же говорит ему. О. Зайка говорит? Может? Редко. Ну говорит. Нет. Солнышко. Нет, только вот иногда зая, да? Угу. Ты хорошо учишься? Да. Какие у тебя оценочки? 5-4. Твоя мама как училась? Хорошо. Тоже 5-4? Ну, может быть, иногда 5 с минусом. Тройки не получала? Может быть, получала. Это хороший ответ. Мама, дочь учится лучше. Опиши свою маму. Она красивая, умная, ласковая. А ты на нее похожа? Я похожа. Такая больше почему-то на папу. А папа какой? Опиши папу. Красивый, умный, добрый, строгий. Строгий, значит, ты тоже строгая. Mm. Ну, ты же на папу похожа. Хорошо, кто тебя больше ругает, мама или папа? Скорее всего, папа. Папа, все понятно, папа строгий. А что ты делала такого дома, чтобы тебя поругала мама? Игрушки разбросала. А что ты делала такого, чтобы поругал тебя папа? Когда я уроки неправильно делала. Значит, папа хочет, чтобы ты была умнее, да. Чем он. Да. Да. Если бы у тебя был 1 000 000 долларов, что бы ты подарила своей маме? Дом. И сказала бы, папа, видишь, я подарила маме дом, а не ты, да? Да. А вот остались бы деньги еще с 1 000 000, что бы ты купила себе? Телефон. Телефон? У тебя нет телефона? Нет.
мне телефонная ночь, мама Марта, хочу телефон. Молодец. А вот кроме телефона, что бы ты еще хотела на 8 марта? Я хочу на 8 марта попугая. Какого? Говорящего. А что ты хочешь, чтобы он говорил? За мной повторял. Пожелай себе то, что ты бы хотела, чтобы у тебя было, когда ты будешь такая, как мама. Здоровье. Да опять. Зачем деньги, дом, да? Главное здоровье, правильно? И пожелай своей маме все, что ты думаешь, все, что ты хотела бы. Я желаю счастья, здоровья, радости, успехов. И чтобы мама никогда не болела. Не болела. Хорошо. А бабушке есть что пожелать? Да. Давай. Счастья, здоровья, чтобы не болела никогда, успехов. Я очень-очень-очень-очень люблю сильно бабушку и маму. Молодец. И все равно хочу попугая. Я их... Седьмой. Седьмой. Молодец. Ну все. Молодец, ладно. Все, молодец.